С начала года Департаментом внутреннего государственного аудита на предмет нарушений в госзакупках было проверено 15 тысяч заявок. В итоге было выявлено более 2 тысяч проблемных лотов. Рассмотрение проводилось через метод камерального контроля. Это постоянная дистанционная проверка на сайте государственных закупок. Данная работа позволит предупредить заказчика и дать ему возможность самому решить недочет и избежать штрафа. Основной особенностью камерального контроля является то, что объект в случае устранения тех нарушений, он не привлекается к административной ответственности. Если говорить в целом, у нас за второй квартал порядка 15 тысяч лотов охвачено. Нарушения, конечно же, устанавливаются, но если брать, допустим, статистики с прошлым годом брать, то у нас идет тенденция к снижению. Если говорить об основных нарушениях, это у нас необоснованные квалификационные требования, ограничения потенциальных поставщиков в части установления обоснованного опыта работы. Если говорить о запросе ценных предложений, это у нас отсутствие, к примеру, национальных стандартов при публикации государственных закупок.